Конечно, с лодкой этой резиновой, дырявой, полная встревалова, да? Да. И что теперь придумать? Вот я не знаю. Нам нужно что-то начинать выдумывать, какой-то способ, как убраться с этого острова. Конечно, прикольно, что мы сюда добрались, но как назад? Может быть, ее как-то починить получится, там, взять какую-то ткань из палатки и приклеить на лодку? Кого починить? Она там, под водой уже где-то на дне. Ты что, забыла? А что, ты хочешь ее там оставить? Я не буду за ней нырять, ты посмотри, сколько там акул, блин. Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Это вообще какой-то капец. Туда надо на батискафе нырять. Да сомневаюсь, что они уплывут, если честно. Потому что тут никаких других рыб, кроме вот этих акул, нет. Возможно, они всех абсолютно сожрали и все. Шансов выплыть отсюда чисто без лодки... просто ноль, мне кажется. Нет, ну мы могли бы, конечно, сделать деревянные, но на них далеко... Ого! Ого! О, подожди! Мы... Я не знаю, подожди, мы не видели его. Что? Спикермен? Как ты думал, еще... он добрый или злой? Там спикервумен сзади стоит, смотри. Да-да-да, я вижу. Слышишь, мы здесь ой, уже... ой, там кто-то мелкий там какой-то. Колонка какая-то, чё? Офигеть, мы здесь уже второй день и пока никого не видели здесь, да, на острове. Да, только сейчас они решили выйти, что ли? Откуда они здесь взялись? Нифига себе. Слушай, это что-то жесть вообще какая-то. Это целая семья спикерменов на острове. Офигеть. Я вижу. Эй, может вы знаете способ, как отсюда убраться, а? Нам бы не помешала, наверное, какая-нибудь лодочка, что ли. Наверное, лучше только не деревянная. Только не дырявая. Да, и не дырявая. С мотором желательно, чтобы не этот, не на веслах. Куда они? Слышишь, ну они ушли, фиалка, что делать? Видимо, они не понимают, но то, что они не сломали наши палатки, уже хорошо. Мы здесь не одни, значит. Может, они тоже здесь застряли, как думаешь? Не знаю, ну, наверное. Надо рыбу ловить, потому что у нас нет больше провизии. Я съел последнюю. У тебя есть еще что-нибудь? У меня есть печеньки, но под этой погодой они очень быстро плавятся. И ну да, такое себе. У тебя же те с шоколадом, да? Да, все руки уже, потом наверное... в шоколаде. Ну тут можно руки помыть как бы в море и особо не париться. Так, опа. Ну, да. Рыба, я поймал. Что это такое? Чего такое? Кожаные ботинки. Правда, бля, ну это такое... чтоб песок ноги не пек. Давай мне. Ну держи. Песок горячий. А тут красный. Тебе ну, надо конечно. СПФ помазать. Да какой? Во, вот теперь нормально. А то ноги прям подпекает, если что, этот раскаленный песок. Приходится смачивать ноги, блин, в море, короче, и стоять здесь на краю, на мокром песочке таком. А теперь нормально. Слушай, а куда они пошли? Они пошли куда-то в сторону вон тех вот скал, которые там с той стороны. Опа, вторая рыба. И знаешь, они выглядели так, как будто они ориентируются уже на этом острове. Скибни туалет, помоги мне. Сейчас я кирку возьму и буду отбиваться. Пожалуйста, пожалуйста, быстрее, фиалка. Я его на удочку прицепил. Давай, давай, давай. За мной он, за мной. Нифига себе. Так, я оттягиваю его, держись. Опа. Спикермен пришел. Убегай. Бам. Хорош, спасибо. Ты спас фиалку. Да, офигеть. Спасибо тебе. Но я бы и сама справилась. Эй, так вы знаете способ, как убраться из этого острова или нет? Может, они тут тоже заложники, действительно? Или им нельзя говорить ничего? Нельзя ничего говорить? Блин, надо рыбу пожарить будет. Чё они этот? Эй, вы ответите? А, ну он же ж не разговаривает, я забыл. Пошли за ними. Слышишь? За ними? Я костёр развела. Я сейчас рыбу закину сюда. Я заберу надеюсь, рыбу она сейчас. Не жарит. Так, сейчас, хорошо. Сейчас. Быстро рыбу дожариваем. Опа, рыба готова. Рыба, подожди, не вся рыба готова. Еще две. Так, подожди, они нас, что ли, стоят ждут или что? Не понимаю. Наверное. Так, еще одна рыба осталась. Еще одна. Опа. Давай. Все, забирай. Все, готово. Пошли за ними. Сходим, посмотрим, что давай, там, давай. Как там. Опа. Так, здесь надо будет немножечко сделать дорогу. Есть кирка? Да, есть. Сейчас. Давай, вот нас сломай. О, все, полезли. Полезли. Бежали. Так, где они? Вон они. Давай за ними. Блин, капец, они быстро ходят. Так. Фу, наконец-то догнали. Офигеть. По песку бегать здесь, это, конечно, блин, то еще удовольствие. Ноги проваливаются в этот песок. И капец. Нифига себе, какие они шустрые. Фиалка, ты бежишь? Да, я бегу.
Так, главное не забыть, откуда мы пришли. Потому что, о, тропинка, что? Так, подожди-ка, это уже интереснее. А мы можем за ними вообще идти так? Ну, слушай, если бы нельзя было, мне кажется, нас бы уже побили. И все. Так, смотри, я потерял уже из виду их почти. А, вон они. Вон они, вижу их. Так, давай. Опа. Прыгаешь? Погнали, посмотрим, куда ведет эта они тропинка. Они довольно высоко обитают, что ли? Да мы прям где-то в глубине леса. Офигеть. О, что ты такое? Ты, главное, дорогу помни назад. Да вот, смотри, здесь уже что-то стоит. Нифига себе. Ну это что здесь? Дом был, что ли, или что? Это очень старый дом. Что-то здесь прям вообще все развалилось. Ё-моё. Да-да. Может, это их дом был, а? Ты думаешь? Я не знаю, но может быть это был их дом, типа они тут жили, а потом ну что-то да, случилось. Ну да, смотри, он же такой огромезный. Кто-то потолок другой бы построил маленький домик. Ну, зачем такой большой строить? Воу, нифига себе. Так, и что? Ну пока... Инструменты дал, смотри. Серьезно? Лопата, алмазная, топор. Подожди, они что, хотят, чтобы мы помогли им дом восстановить или что? А сами они что, не могут? Походу нет. Может, ну, он ладно, не умеет пользоваться инструментами этими? Алмазные, смотри. Я могу им помочь. Да нам бы выбраться вообще отсюда, а не эти кирки, блин, собирать. Слушай, нам нужно добывать дерево и все это дело. Штуки, а тогда мы мечи. Сможем и бери меч. Лодку, наверное. Опа. Да как мы лодку-то починим? Она утонула, я же тебе сказал. У нас нет лодки больше. Все, забудь за нее. Нам нужно искать какой-то другой способ выбраться с этого острова. Ну, потому вот так вот просто. Она где-то там на дне, и все. Вот бы кто-то пролетал над этим островом и забрали нас. Слушай, я видел, там возле наших палаток был такой вот пригорок. Там был камень. Я пойду туда, наверное, а ты руби дерево, хорошо? Хорошо, я сейчас заложу эти дыры. Нужно камень накопать, я не знаю в каком количестве, но довольно большом. Так, вроде как мы оттуда пришли. Сейчас, короче, будем немножечко, значит, разделяться и собирать ресурсы. Что? Это где? У нас тут нападают скипяти туалеты. Где у нас? У тебя там возле ну, этого? Ну да, 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 тут рядом мои скипяти... Ой, скипяти. Так, я надеюсь, спикермены помогут тебе отбиться. Так, так, все так, в порядке. Так. Мне кажется, их дом уничтожили сами эти унитазы. Скипяти туалеты, думаешь, смогли уничтожить дом целый их? И они, видимо, постоянно их атакуют. Короче, это был какой-то, наверное, камикадзе скипяти туалет. Типа забежал внутрь и взорвался. Наверное. А их, возможно, в этот момент дома не было. И типа они выжили. Похоже, короче, это капец. Серьезный там взрыв был, потому что прям весь дом разворотило. Я не знаю, сколько нужно будет булыжника. Так, 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 так. Ты начинай там деревом закладывать, если что. Хорошо, я сейчас булыжника 100 штук накопаю и приду к тебе. Так, я уже почти накопал 80, поэтому я сейчас уже буду возвращаться, начинать. Опа, опа, опа. Хорошо, вот здесь еще чуть-чуть выкапываем целую стену. Я тут шахту целую сделал, нифига. Я так, представляю так, там. Так, 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 так. Конечно. А, блин, ё-моё! Тебя? Да, это у меня. Ёлки-палки. Я, да ты, наверное, меня не найдешь. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Блин, меня сейчас завалят, ё-моё, тихо, тихо. Блин, наверное, спокойно. Да. Спокойно. Чё, наверное, да, я не сдамся, блин. Так, о, всё. Ну, типа, я тебя не найду. Ай, да хватит меня скидывать. Нет, 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 нет. Полтора сердечка, полтора сердечка. Тихо, тихо, тихо. О, блин, о, что произошло? Где, куда, куда, куда я убегаю? Я убегаю, просто куда-нибудь бегу, куда-нибудь повыше. Опа, 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 все, до свидания. До свидания, капец. Фу, спикермен вовремя подоспел. У меня всего одно сердечко осталось. Ёлки-палки. Если что, у меня есть еда. Это хорошо, но нам нужно будет еще запасы сделать, потому что прям вообще мало у нас есть провианта. Так, опа. А мне сейчас здоровье восстанавливать целую полоску сердечек, блин, это надо будет есть и есть, чтобы повосстанавливаться. Плюс я еще копаю, здесь тяжелый труд делаю. Так, я возвращаюсь к тебе. Хорошо. Надо было куда-то сюда залезть. Блин, главное не упасть, потому что у меня просто одно сердечко и все. Если я свалюсь откуда-то с какой-нибудь небольшой высоты, то мне кранты. Так, сюда пролазим, 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 пролазим. Вот так вот. Где этот дом? Фиалка, ты меня видишь? А, вот вы. Фух. Я вернулся. Дай поесть, пожалуйста. Так, опа.
Опа, поднимайся. Опа. Так, у меня есть печенюшек. Если они немножко будут раздавленные, прости. Пойдет нормально. Я думаю, что я смогу этим насытиться хоть немножечко. Так, смотри, они наблюдают, стоят здесь. Может, они будут нас охранять, типа? Я немного смогла сделать. Давай, я здесь, короче, значит, выстраиваю вот этот основу какую-то, фундамент. Так, оп, во, ну уже что-то получше. Уже что-то получше. Конечно, 100, мне кажется, не хватит. Блин, у нас темнеет уже. Офигеть. А что мы ночью-то будем делать? А что мы будем делать ночью, ё-моё? Может быть, дальше продолжать помогать сделать дом? Потому что чем быстрее поможем и, наверное, выберемся отсюда. Это вообще жесть, слушай. Ну, я даже не знаю, если честно. Так, а нам надо как-то вот сюда, наверное, вот так, да? Опа. Опа, 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 опа. Вот. Вот, уже неплохо, уже лучше. Уже намного лучше. Получше. У тебя дерево еще есть, нет? Чуть-чуть есть сейчас. Так, давай будем здесь, значит, как-то... Туалеты! Вот стройся, под себя строй быстрее. Хорошо. Напали снова, смотри на них, напали туалеты. Нифига себе. Все, они победили. Победный гимн. Нифига. Это жесть. Они довольно быстро справляются. Ну, это блин, круто. Это же спикермены, ё-моё, они очень сильные. Тем более, это спикермен Титан. Так, опа. Сюда. Сейчас я тоже дерево здесь немножечко надобываю. Блин, здесь тоже камень можно было добывать. Не обязательно было уходить далеко. Не продумал. Так, быстро сюда делаем. Нам нужно, знаешь что? Наверное, надо сделать печку и сделать стекло. Здесь было стекло или нет? Я уже сделала верстак. О, хорошо. Хорошо. Сейчас сделаем печку, короче, и посмотрим, сколько. Надо будет стекла накопать. Так, стекла накопать, не знаю. Ой, вернее, стекла накопать, песка накопать. Фундамент дома готов. Прям вообще неплохо выглядит. Я пошел за песком, хорошо? Окей. О, факел. Здесь есть факела. Откуда? Так, они тут были? Я ничего такого не ложила. Я заберу один факел и пойду к пляжу. Надеюсь, ничего не произойдет по дороге. О, я вижу семью спикермена. Так, нифига себе, они прыгают. А где их сынок? Ой. Колонка здесь. А где... Ты видишь там колонку, нет? Опа. Колонку? Опа. Да, вижу. Да. Здесь о, она. Хорошо. О, здесь факела на деревьях есть возле тропинки. Ничего себе, я даже не видел этого. Это прикольно. Это очень-очень прикольно. Так, я добрался до пляжа. Сейчас, значит, добуду песочка. Блин, у меня по-прежнему мало здоровья. Половина всего лишь. Так. Если я кого-нибудь встречу, то нужно будет сразу, наверное, отсюда валить, и причем очень быстро. 29-30 песка, и, наверное, нужно будет немного рыбы еще наловить. Не знаю, туалеты. У меня проблема, фиалка, здесь туалеты. Тебе помочь? Так. Они меня пока не заметили вроде. Пока вроде не заметили. Но они охраняют теперь проход на тропу. Ты можешь этой семье спикерменов сказать, чтобы сюда пришли мне на помощь? Ё-моё. Так, ребята, берем мечи и в атаку, вперед! Я сейчас не смогу отсюда просто выйти никак. У меня мало здоровья. Так, что происходит? Слышу их, вижу их. Все, сейчас битва начинается. Так, давай, и раз. Фугу поймал. О, все, всех одолели. Так, всё, классно. Команда спасателей справилась. Спасибо, блин, нифига. Так, ладно, держи тебе песок. Опа. Ага. Песок сюда, и вот здесь булыжник, чтобы сделать печку. Да, хорошо, и спасибо. И еще есть дерево, смотри, это, короче, в топливо положишь. Хорошо. Или уголь сделать надо лучше, не знаю. Так, он здесь освещает, он ходит, ставит факела, смотри, у спикермена есть факела, офигеть. Я поймал фугу, абсолютно бесполезная рыба, наверное, с такой удочкой я буду очень долго ловить. Но хотя бы одну рыбу еще поймать надо, хотя бы одну рыбу. Давай. Ночью вообще прям очень плохо клюет. Ночью лучше на рыбалку не ходить. Хотя ночью клюет более крупная рыба. Может, сейчас лосося поймаю? Что? Какую-то книжку зачарованную поймал. Офигеть. Ну ладно, возвращаюсь. Видимо, поесть рыбы сегодня не удастся. Это плохо. Возвращаемся обратно к их дому. И будем сейчас что-то пытаться здесь достраивать. Фиалка, как там дела? Справляемся. Это хорошо. Так, с печкой получилось? Да, получилось. Опа. Так, я переделываю это сюда. Это сюда. Переделываю на доски.
Так, доски, хорошо, здесь все есть. Значит, здесь заделываем досками. Вот так вот как-нибудь заделываем по-быстрому. По-быстрому здесь заделываем стены. Сделаем вот тогда немножко вот угля. Да, давай, немножко угля нам может пригодиться. Так, я здесь сделал крышу и сделал стену. Так, сюда. Молодец. Опа, ну давай, алло, оп. Все, у меня все закончилось, прям вообще все. Офигеть. Так, вот это можно еще срубить и переработать. Так, это сюда, это вот сюда, вот это вот сюда, вон туда и вон туда. Так, хорошо, здесь мы немножечко, значит, уже восстановили дом. Надо знаешь, будет сделать крышу. Думаю? Может быть, мы здесь сделаем такое красивое окно из стекла? Кстати, да, можно. Кстати, да, действительно можно так сделать. И для экономии нам надо можно сделать не с блока из стекла, а с панелей. С панелей, да, давай сделаем так, это неплохой вариант. У нас есть броня! Броня и есть? Хлеба. Надеюсь, он хлеба? Свежий. Хлеба? Ё-моё, да я даже за несвежий хлеб готов сейчас просто съесть. Так, алло, сюда, давай. Сейчас я вот так попробую. Наверх, давай, сюда, вот так вот, хорошо. Я добываю дерево, уже очень много здесь насобирал. Так, здесь, все, слушай, нам хватит сейчас. Вау! Что? Туалеты! Я слышу их. Тихо. У меня нет брони, я ничего не поднимал еще. Так. Все нормально там? Да. Они, походу, защищают нас. Фух. Я вернулся. Так, давай сюда. Опа. Так, давай опа. Этот факел переместим. Что он тут на полу стоит? И давай поставим, наверное, сюда. Пока что. Давай, хорошо, опа. Слушай, я сейчас, короче, отправляюсь крышу делать. Так. Хорошо, только раз. Аккуратно, потому что здесь очень высокие стены. Все в порядке будет. Так. Конечно, все будет не совсем из таких блоков, как было, но все же. Ничего страшного, а главное, что все будет целенькое. Все же лучше, чем было. Так, здесь мы, значит, тоже заделываем. Здесь вот так заделываем. Здесь крышу вот так восстанавливаем. Очень-очень все аккуратненько делаем, чтобы не упасть. И у нас уже практически все готово. Так, вот сюда. Здесь нужно будет доделать еще чуть-чуть совсем крыши. Все, слушай, крыша готова. Здорово. Дом почти готов. Так, опа. Сюда. Давай я здесь доделаю сверху, а ты начинай стекло ставить. Так. Хорошо, опа. Сейчас оп, я сделаю. Оп. Сюда и раз, два. Отличненько. Так, вот здесь еще панельную такую штуку сделаем. Бац. Да. Бац. Пока хорошо. Есть. Стой. Все, вот так вот будет. Давай, заделывай ты здесь. Как ты хочешь? Давай, кидай мне, я помогу. Я думал, понял, в пол сделать. Да, нормально будет, чё? Что? Туалеты, вон они. Почему? Снова. Они так часто нападают. Смотри, как ночь много ведь их здесь. Блин, это жесткий остров. Слушай, нам не хватит стекла, если что. Еще есть? Да, я здесь. Так, давай. Не хватает еще раз, два, три, четыре, пять, девять стекла. Так, хорошо. Давай быстренько. Смотри, какую книгу я поймал. Опа. Ой. Ловил рыбу и поймал такую книгу. Не знаю, на какое-то зачарование. Чародейская. Смотри, какая, блин, быстрая эта спикервумен. Она прям распрыгалась. Разминка у нее или что? Тренировка какая-то. О, все. Перестала прыгать. Вот еще шесть есть. О, блин, нифига. Так, давай, хорошо. Сейчас мы, значит, распределим. У тебя что, 6? Нормально, слышишь? 16. Все, нам хватило. Смотри, дом готов. Дом готов! Спикермен, здорово. Ты этого от нас хотел или нет? Я не слушай, понимаю. Возьми броню, пока не забыл. А, здесь броня? Давай хлеб. О, блин, это все пригодится. Забыл про свой хлеб. Да, а я его даже не видел в глаза, поэтому как бы этот, можно. Смотри, утро наступило. Дом. Мы всю ночь строили с тобой, ё-моё. Да, я немножко нам бы устала свалить как-нибудь с этого острова домой. В привычную среду обитания. Там, где наш дом, где кровати наши, компьютер, вот эти все дела. Ой, блин, кровати. Как можно без этого я всего? Я совсем забыла про свою кровать. Погнали за ними, слушай, посмотрим, что они хотят. Давай. Опа, идёшь? Да. Там немножко о печка работает, надеюсь, все будет в порядке. Ну, я думаю, что они разберутся, как бы. Так, смотри, вон они где-то там снизу по тропе. Сейчас посмотрим.
А, заодно можно еще рыбы будет половить, да? Да-да-да, давай. Ты так шуршишь в этой броне. Да, а ты что, не шуршишь? Ты тоже шуршишь. Шуршишь так, что даже сама не слышишь. Ну, пошуршали. Туалеты. Напали туалеты снова. Давай, погнали помогать. Давай-давай. Сюда давай, подходите, блин. Алло, да я даже не успел ничего сделать. Где они там? Ну-ка, давай-давай. Да, затолкнули в воду. О, все, кажись. Фу, блин, сколько здесь туалетов было уже. О, он ведет нас назад, походу, к нашим палаткам. Пойдем. Пойдем. Сейчас, короче, вернемся. В палатке отдохнем. Кстати, да, мы же вообще как бы там же жили. Этот день, который тут... Это второй день, получается, прошел. Ночь. Идет сейчас третий день на этом острове, и это просто... Ой, тихо, чуть не упал. Так, и это так, просто подожди, капец. Подожди, я подкреплюсь, потому что я уже не могу бегать. Смотри, они просто плавают возле акул. Нифига себе. Это же... Ну, явно их акулы захотят есть. Фиалка, смотри, он самолет нам дал. Мы сможем полететь домой. А там спасибо. Есть топливо, а? Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что есть. Или он вообще электрический. Он такой прям новенький. Офигеть. Офигеть, блин. Давай, залезай быстрее. Ё-моё, всё. Спасибо вам, ребята. До спасибо, скорой встречи. Спасибо. Мы возвращаемся к себе домой.